Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Jailbreak. Для этого переходите по ссылочке в описании, скачивайте чит, после этого открываете его, и затем нам нужно нажать кнопочку Inject. После того, как мы ее нажали, ждем, пока мы заинжектимся. Так, сейчас высвечивается сайт. Его смело можно закрывать, потому что он нам не нужен. Все отлично, мы заинжектились, у нас не вылетело. Теперь вот здесь надпись стираем. И вставляем сюда скрипт из описания. И нажимаем Xcode. Так, все отлично. Как видите, скрипт наш появился. Тут довольно много функций. Давайте начнем с самых первых. Это оружие. Так, пистолет возьмем. Как видите, у меня в нем 8 патронов. Максимум помещается. И есть кнопочка Infinity Ammo. Давайте нажмем. Что-то не сработало. Еще раз. Скорее всего, эта функция не работает. Ну, в принципе, не столь важно. Дальше вы сейчас офигеете от других функций, которые намного лучше. Да, она, по-моему, не работает. Ну, ладно. Шотган. Так, мне вроде бы написало то, что нужно его сначала купить. А он, походу, у меня не куплен. Окей, ладно. И сват-оружие. Но сват-оружие, естественно, вы сможете получить, если у вас куплен Game Pass. Так, идем к следующим функциям. Это у нас скорость. Вот здесь выбираете скорость, которую вы хотите. И включаем здесь галочку. Как видите, она работает. Можно понизить в 2 раза. И как видите, я в 2 раза стал медленнее бегать. Можно вообще на 20-ку поставить, на стандартный бег. Также есть гравитация. Прыгаю я сейчас вот так. В принципе, довольно невысоко. Ставим на 99. Включаем. И, как видите, прыжок довольно выше стал. На лампочку, конечно, я не могу запрыгнуть. Но, я думаю, в принципе, вы видите. Давайте убираем. Галочку снимаем. Как видите, сейчас я намного ниже прыгаю. Следующая функция — ноуклип. Как видите, я не могу сейчас пройти сквозь стены. Меня не пускает. Давайте включаем. И, как видите, все работает. Можно даже выйти, получается, за ограждение. Все отлично. Выключаем ее. Как видите, меня больше туда не пускает. Все, мы с вами сбежали. Отлично. Также есть Infinity прыжок. Вот, как видите, сейчас я прыгаю, у меня его нету. Включаем. И вот он появился. В принципе, довольно прикольная штука. Carfly. Давайте сейчас мы с вами добежим быстренько до машины. Включаем ноуклип. Чуть не умер. Так, и машин здесь нету. Угу. А вот там какая-то была. А вот заспавнилась. Все, окей. Это мы с вами отключаем. Садимся в нашу машину. Так, нитро здесь нету. Давайте проверим функцию Infinity Nitro. Ага, и она тоже не работает. Ну ладно, в принципе, это тоже не суть важно. Самое главное, у нас работает функция CarFly. Значит, здесь скорость полета. Вы регулируете, какую хотите. Для начала нажимаете CarFly. Как видите, она у нас активировалась, работает. Вот мы с вами довольно быстро летим, но можно лететь еще быстрее. Ставим на максимум. И смотрите, как мы быстро, буквально, не знаю, может быть, за минуту мы можем пролететь, получается, целую карту, я думаю. Может даже меньше минуты. Но самое главное то, что это работает. Отлично. Так, все, смотрите. Теперь, чтобы отключить CarFly... Просто приземляетесь куда-нибудь, выходите из машины, и все.
И она у вас выключается, и вы можете опять спокойно ездить. Так, идем к следующим функциям. Это телепорт. Можно тп-хнуться, в принципе, куда хотите. Допустим, давайте в музей. Смотрите, естественно, тут минус в том, то, что телепорт работает, но вам не показывается, как вы туда тп-хаетесь. Но это видно на карте. Вот, можете посмотреть. Все, я долетел. Так, немного не так долетел. Больно меня высоко вверх подкинуло, такого не должно быть. Вот, короче, как вы только долетаете, вас сразу тп-хают туда, в этот музей. И вы можете, в принципе, его спокойно грабить. Так, только что-то я долго лечу. Давайте все-таки с вами сделаем ресет и еще раз попробуем. Иногда, конечно, подлагивает. Вот такие баги происходят, но это ничего страшного. Самое главное то, что это работает. Так, нажимаем музей. Как видите, по карте я лечу. Он, получается, сам за меня строит маршрут. По какому ему маршруту лететь до музея? Сейчас мы как только с вами долетим, меня туда тпхнет. Так, ну и в принципе последние функции. Это у нас сломать все двери и лазеры, либо же просто убрать. Потом можно пофиксить камеру, если у вас что-то случилось. Но фикс-камера не работает при телепорте. SP, Infinity Donuts, то есть бесконечный пончик. И авторест. Сейчас, в принципе, мы с вами их и посмотрим. Так, довольно долго я что-то тпхаюсь. Ладно, давайте подождем немного. А, вот я уже, по-моему, долетаю, если не ошибаюсь. Просто музей, походу, далеко находится. Так, отлично. Мы с вами оказались не около музея. Немного криво нас тпхнуло. Но я до записи видео проверял. У меня все работало отлично. Может быть, просто нужно перезайти, чтоб работало все хорошо. Давайте сейчас еще раз попробуем до туда долететь. Посмотрим. Вот, когда я до записи проверял, я тпхался на музей, и меня отлично тпхало. То есть без всяких взлетов, падений и так далее. Вот. Отлично. Как видите, вот сейчас меня хорошо тпхнуло. Вот, телепорт работает, можете пользоваться. В принципе, довольно прикольная штука. Там у нас вот что-то новенькое добавили, либо я просто давно не играл. Ну ладно, не суть важно. Значит, смотрите. Давайте зайдем сначала за полицейского. Я надеюсь, там места есть. Да, отлично. И включаем функцию Remove Doors и Lasers. Как видите, двери пропали. Лазеры тоже пропали. В разных там ювелирках и так далее. В музее тоже, думаю, пропали. Вот. Так что эта функция, в принципе, работает. Можете пользоваться, довольно крутая. Вас, получается, не должны дамажить лазеры, потому что они убрались вообще с карты. И можете спокойно пробегать. Давайте посмотрим SP. Как видите, SP тоже работает. И показывается, получается, кто преступник и кто полицейский. В принципе, довольно круто. Бесконечный пончик. Я не помню, конечно, где этот пончик берется. Точно не помню. Но эта функция, мне кажется, должна работать. Я не проверял. В принципе, можете сами проверить. Вот. И следующая функция — автоарест. Значит, давайте сядем в машину. Включим нашу функцию CarFly на максимум. И полетели. Так, сейчас нам нужно долететь до тюрьмы. Вроде бы она в этой стороне находится. Да. Отлично. Берем, значит, просто выпрыгиваем.
Сейчас меня походу кокнут. Да. Почти я угадал. И не успел добежать. Отлично. Ладно, сейчас покажу еще раз. Так, значит, заранее включим с вами спид, чтобы он работал. Карфлай. Сейчас мы быстренько их накажем. Так, летим в тюрьму опять. Включаем эту функцию сразу же заранее. Достаем наручники. Как видите, мы арестовали одного. Второго тоже арестовали. И эта функция, получается, работает намного быстрее, чем вы бы сами начали арестовывать преступников. Так, бежим. Давайте еще посмотрим на одном. Как видите, работает. Вот, самое главное, чтобы у вас были взяты в руки наручники. Если у вас в руках наручников не будет, то эта функция, естественно, работать не будет. Так что не забывайте, когда включаете эту функцию, взять наручники в руку. Ну, в принципе, у меня на этом все. С вами, как всегда, был Айсбан. Все ссылочки будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.